Друзья, всем привет! А что если вместо разрешенных 3 этажей сделать в доме 6 этажей? Сегодня о любимых мною строительных спорах. Итак, строительная компания построила 6-этажный жилой дом, однако получила разрешение на строительство только 3 этажей. Да, такое случается. Администрация же обратилась в суд с требованием снести самовольную постройку, которая уже была заселена. И так тоже в жизни бывает. Первая инстанция отказала и сослалась на судебную экспертизу, которая подтвердила, что дом отвечает всем нормам. Вторая инстанция, наоборот, постановила снести многоэтажку, построенную с нарушениями. Но с этим не согласилась гражданская коллегия Верховного суда и отправила дело на пересмотр. Нужно было учесть не только заключение эксперта, но и правила застройки района, в котором допускалось строить дома до 8 этажей. Объясняется в определении. Так что, покупая квартиру и вселяясь в нее, обязательно проверяйте.